Важные изменения в российской судебной практике. Теперь при рассмотрении административных дел суды будут обязаны принимать в качестве доказательств материалы фото и киносъемки, звука и видеозаписи. Соответствующие поправки в закон подписал Владимир Путин. Напомню, ранее судья могла отказаться рассматривать данные с регистраторов или мобильных телефонов, например, под предлогом невысокого качества. И вот, наконец, эта неопределенность снята, и все предоставленные записи суды обязаны учитывать.